только он! Помоги! Нет, так нечестно! Эй, слышь, хозяин, ты точно уроки делаешь? Конечно, вот мы с одноклассницами задачи решаем, посмотри. Кстати, Валерий, с днем рождения! С днем рождения, Лера! Друзья, хотим тебя поздравить с днем рождения и сделать тебе такой подарок, о котором ты так давно мечтала. Ну и что? Ну смотри. Это кто это? Хомячок. Но он спит. Ой, какой. Друзья, он там спит. Мы не знаем, как вам его показать. Смотри. Он проснется, я тебе покажу. Балди, поймай Оля, девушку. Парень, лови внимательнее. Мяу, а сегодня у Леры день рождения. Давайте ее поздравим. Поставим лайк и нажмем кнопку подписаться. Она будет так счастлива. Она вас очень любит. Балди? Новый уровень в рисовалке. Он завтракает в постели. Что? Он, короче, принес еду, а я у него хочу эту еду забрать. Отдай мне, пожалуйста. Я тоже так хочу. Я. Короче, кто тоже так хочет, ставь лайк. Все так хотят, кроме девочки, потому что она не будет завтракать в постели. Мы сейчас сделаем так, чтобы позавтракал только парень. В смысле? Она же... Что? Все! Только он. Помоги нет, сделать. Нет, так нечестно. Кто да, тоже... очень нечестно. Так, ну что так, тут? Я фотографирую штору. Балди, да что? Нам за Балди! Штору была девочка. Откуда я знал? Это моя одноклассница Машка так же выглядела. Так, посмотрите правильно. Балди? Это Балди. Что? Балди! Он надел мой свитер, он как я. Сейчас я его сделаю тоже лысым, как и я. Балди! Это я, короче, в молодости с Машкой фоткаюсь в 10 классе на фотосессии в школе. Что-то Балди. У тебя такая борода отросла, однако. Это не борода, это у нее волосы просто ко мне присоседились. И усов у меня никогда не было. Это и волосы ее на голове. Балди. Вообще, я лысый всегда был, вы что, забыли? Мне в детстве сковородкой по голове надавали, поэтому я всю жизнь лысый. Так а чего неправильно? Лянь рисует то же самое, что ты делал. Он мне уже подсказал. Оказывается, я что-то там не так делал. Странно, а мне что Балди то же самое рисовал. Помоги команде выиграть, которая зеленая, бородатая. Короче, надо вытирать у них шорты, чтобы остались только трусы, а у красного и лысину. Потому что он тоже должен быть лысый, как зеленый. А может, короче, вытереть нолик, чтобы было 73-9 победили. Можно мне так тоже на контрольное что-нибудь вытереть? Спаси, птичек. Он сейчас сожрет этих бедных несчастных. Не сожрет, мы их спасем. Там, смотрите. Какой... Маленький птичковый генерал. Слушайте, вообще-то это как Angry Birds. Вам не напоминают эти птенцы? Похоже очень. Сейчас будем играть. Попали. Постриги челку. Боже мой, по-моему, ей это не поможет. Но вы помните, тут есть левелы, которые новые, а есть, которые повторяются немножко с нашим предыдущим. Машинка поехала. Ребята, очень много уровней про парикмахер. Разреши спор. Кто написал на сугроб? Признавайтесь, ребята. 6-9. Потому что нужно с одной стороны смотреть, тогда будет либо 6, либо 9. А так они с разных сторон смотрят, конечно. Ну, я не знаю, а кто тогда виноват? Виновата солнышко, потому что оно нужно растопить. А что было, а что мы тут делали? Непонятно. Все странно. Удиви девушку, я удивил. Что? Я ей, короче, свои трусы подарил праздничные. Кстати, Валерий, с днем рождения! С днем рождения, Лера! Друзья, вы ставьте свой пальчик вверх, подписывайтесь на наш каналчик. Валерий сегодня празднует свой день рождения. И я сделаю, наверное, когда буду монтировать, вставочки, как мы провели ее день рождения. Ну что, Балди, ты уже готов подарок ей вручать какой-нибудь? Я хотел ей те трусы подарить, но уже, к сожалению, девочке подарил. Да, сейчас ей подарю кристалл, если, конечно, вообще-то, смотри, доберись до сокровищ. Я сейчас доберусь, подожди. Лера, все нормально, без подарка не останешься. Может, мне бриллианты подарить, смотрите. Может, я динамит подарить, Лера. Так, ой, Балди. А чего не работает, я не понимаю. Все, я уже взял подсказку, надо было протереть. Я хочу столько бриллиантиков. Сделай скульптуру из карандаша. Так, вырезаем. В смысле? Какую скульптуру? Откуда я знаю? Розовый карандаш наточили. И все. А что? Подожди, стой. Ой, там, короче, какой-то... Биг Бен, Балди, это Биг Бен сверху нарисован, малютка. Это дом скворечник. Раздели поровну. Раздели поровну. Друзья, кто любит пиццу, ставь лайк. Я люблю пиццу. Это пицца мне и Лере. Малина, извини. Модернизируй. Почему это? Модернизируй. Потому что у меня день рождения, у Леры день рождения, я играю. Короче, мальчик модернизировался, смотри лишнее. Помните, как мы на этом левеле застряли тогда? Да. Слишком жарко. Я помню, Балди, ты ее в бассейн отправлял. Да, я ее и сейчас хочу в бассейн отправить. Я ей подстриг штаны, и они у нее стали короче.
Сотри лишнее. Этого левела не было. Сотри лишнее. Он что это такое? У него какой-то рисунок. Насмотрите на. Так а что? А. Это Юлий Цезарь. Найди игру. Стойте, найди игру. Это что? Это за китайская игра какая-то? А, бильярд, серьезно? Круто. Самый настоящий. Смотри, он начал. Так. Потуши пожар скорее. Тушу, тушу, тушу. Вау, ты какой пожар тушишь? Я пальчика потушил. Сейчас буду девочку тушить. Так. Ничего себе. Я ее, короче, затушил прям очень сильно. О, Валди, поймай девушку. Парень, лови внимательнее. Тихо, тихо, сейчас она будет сбежать. Валди! Господи, жесть какая-то, мамая. Так, спускайся по перилам, аккуратненько, не съезжай больше, а иди по ступенькам. Подожди, там можно вытереть что, перила? Да, я уже вытер, и она съехала да ладно. К нему прям в руки. Представляете, красота романтик, такая? Романтик, романтик. Романтик. Кстати, а вы знаете, что сейчас еще 14 февраля, праздник? Ну, короче, когда выйдет видео, это будет уже завтра, позавчера. Так что пишите, как вы отпразднуете День Валентина. Пройди проверку, я прошел. Найди букву П или Н. Это я маленький в детстве. Ну, вы помните. Везу санки. Кататься, Леру везу на горке. Смени прическу. Сейчас мы ёжику сменим прическу. Белка такая. Белки тоже сменить. Сейчас мы белки сменим как прическу. Так, все, короче, сменили. Погнали дальше. Что здесь не так? Подождите, он что, с моста? Это же джампинг. Вот эти прыжки с моста. Это болтается сопелька на мосту. Чё? Это что это такое? Господи, вот тебе джампинг. Это Халк или Человек-огурец. Найди большую медведь. А, ну это изи лэн. Вон же она была внизу под маленькой. Это просто сотри препятствия. Вообще все. Просто изи поле. Поехала лодочка. Лодочка. Сделай одинаковыми. Ну, сейчас ты уже помнишь, Балди, что мы вытираем? Мы вытираем розовое, чтобы зеленое осталось желтым и синим. Сотри злого медведя. Кто помнит? Внизу. Уйди. Ну, все помнят, да, что это был внизу Мишка? Найди для нее пару. Чё? Так я уже нашел пару. Жирный толстый перец вот справа прям для нее. А чё это? Он не пара есть? Это помидор. Какой помидор? А чё он такой странный? Она не хочет такого толстого жениха. Да ладно, смотри, смотри. Вау! Теперь у нас два перчика. Отлично, получи больше денег. Это бомжик, ему не хватает на еду, бомжик. Сейчас я ему помогу, я ему накидаю монеток. А чё у него чизбургер на... А, подайте на еду, типа. Собачка! Он на свою собачку поставил табличку. Да, собачка набрала очень много денег. Найдите банка. Банка? Так, сейчас найдем. В смысле? Что за... А ты знаешь, блин, кто такой панк вообще-то, Балди? Они, наверное, не знают, где это. Панки – это такое направление в музыке. Они ходят с цветными волосами и с ирокезом. Ну, вообще-то должен быть ирокез, да. Мы должны из швабры сделать... Ну, видимо, правый панк. Я уже его нашел. Чего его искать-то? Непонятно, нафиг честно. Нафиг все стереть. Так а что тогда, давай вытирать? Я уже все постирал, я уже ручку постирал, и глазки постирал, и метлу постирал, веник постирал, уже свои трусы и носки даже постирал. Все, короче, я не знаю, что делать. Лера, как ты думаешь? Ребята, как вы считаете? У меня вообще нет идей. Пишите в комментах, блин, вообще непонятно, как и левел пройти. Надо было взять подсказку сразу. Потому что надо было его просто постричь ножницами или теркой, стереть лишнее. Найди тигра, ну и вы помните, это левел лёгкий. Тигр у нас внутри льва всегда был. И лев такой. Да, так, очисти доску. Ой, это моя любимая, моя Петя с пятой парты. Пойди, пожалуйста, протри доску и сходи на мочетряпку. Кстати, кто в школе вытирал хоть раз доску? Ставь лайк. Найди мальчика, найди девочку, найди кота, найди карту. Ну, вы помните этот левел. Я нашел и весло, кстати, тоже. На какой номер он поставил? Да это изи. На троечку он поставил. Раствори картинку. Ой, реставрируй. Это же Ван Гога. Картина. Это же Ван Гога. Это картина. Какие-то пончики. Это подсолнухи, Балди. Это пончики. 5 плюс 9. Ничего ты не понимаешь. Балди, пример для тебя. 5 плюс 9 будет 14, а не 8. Неправильно. А я стер троечки по очку. Теперь стало правильно. Я же математик, ё-моё. Сотри лишнее? А что здесь лишнее? Вот это континент, я его не помню, честно говоря, в индийском океане. Ничего себе, ты грамотный. Я еще и географию знаю, и стаканы протирать умею. Посмотрите. Все, это все, вы серьезно? Да, и все, и можно пить. Балди, протри у меня полы. Это тоже левелы легкие. Конечно, я сейчас протру у девочки куртку и найду волка. Найди волка. Приезжай домой, протри мне полы. Зажигай
башки лам. Хорошо, Малина, я приеду. Когда приезжать? Ой, я протер панцирь кота нашел. Подождите, как это кот на Лейте сидит? А как он туда поместился? Не знаю, но он напуган. Мне кажется, его улитка напугала. Его заболели, он от чего-то прячется. Это он, наверное, убил. Зажги лампочку. Как ее вообще зажечь-то можно? Он убил лампочку. Сейчас мы ее зажжем. А может быть, коту привязать к хвосту? Я не знаю. И я не знаю. Я вообще уже все повытирал. Давайте подсказку. Подожди. Что? Эти, что это был за левел? Кто украл арбуз? Мишка! Мишка украл арбуз! Какой Мишка? Ну, медведя там нет! А, девочка! Какая девочка украла арбуз и вставила его себе куда-то непонятно! Куда непонятно, да, найди цифру 5! Балд, это вообще непонятная загадка! Как это цифра 5? Мальчик, где цифра 5? Говори нам сразу, пока мы тебя не стерли! А то, может, мы тебя сейчас будем стирать постоянно? Может быть, это как-то нос, вот да, может быть, вот сюда поверни? Сейчас я ему поверну! О, кстати, 5! Смотрите, получилось! Вырисовалась 5. Что? Может быть, тогда немножко вы сюда закруглить? Да-да-да, к носику. Я умею классно рисовать пятерки, потому что очень любил их получать в школе. Ставить? Да, может, ты любишь ставить? Нет, сейчас я люблю ставить двойки и задавать нерешаемые всем примеры. Вы что, забыли? Задай нам пример нерешаемый. Вот вам нерешаемый пример. Найдите число 69. А ну, ребята, кто соберет 69? Признавайтесь. Я не знаю. Где это? Вот вам всем 2. Все на пересдачу. Валерий, где что? Не знаю, тут нет этого числа. Так, может быть, надо 2 сложить или 1 минусовать? 18 плюс 22 сколько? 40. Нет. 40 плюс 35 сколько? 75. А минус 6 сколько? 69. Ё-моё, как все замудрено. Да, друзья, учите математику, иначе всех родителей в школу вызову. Кто нарисовал татуировщик? Так подожди, ты должен тату проверить, что он нарисовал? Ну, он льва нарисовал. Он нарисовал какого-то льва смешного, веселого, друзья. Да. Так, что он скрывает? Он скрывает туалет в кустах. Девочка, девочка, это не туалет, Балди, он поливает. Это шланг. Мы поливаем. Кнопочку подписаться и пальчик вверх, а также колокольчик. И не забывайте про наши каналчики Валеришка Геймс, Валеришка Плей, Валеришка Макс. Мы вас всех очень любим. Вы самые лучшие. И я думаю, вы все хотите поздравить Валерию, поэтому мы будем рады вашим комментам. Пишите нам, мы всех почитаем.